Крошка Антошка ТВ представляет. Поприветствуем участников гонки. Номер один. Участник номер два. Номер три. Номер четыре. И участник номер пять. Машины заезжают на старт. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Тягачи готовы к старту. Старт! Участники устремились вперед. Каждый хочет стать победителем. Идет напряженная борьба. Вперед вырывается тягач под номером 3. Но его обгоняет 4-й номер. Вот его обходит тягач под номером 1. От него не отстает 5-й номер. И вот финиш. Гонка окончена. Чемпион определен. А мы повторим выученные сегодня цифры. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы! Это красный автомобиль. Синий. Это синий автомобиль. Желтый. Это желтый автомобиль. Зеленый. Это зеленый автомобиль. Оранжевый. Это оранжевый автомобиль. Фиолетовый. Это фиолетовый автомобиль. Это машина такси. Она перевозит пассажиров по городу. Но что же делать, если надо отвезти пассажиров туда, где нет хорошей дороги? Нам понадобится такси Monster Truck. Начнем переделку. Итак, снимем обычные колеса. Монтируем мощный двигатель. Усиливаем подвеску с амортизаторами у нашей машины. И у
устанавливаем новые большие колеса. Отлично! Теперь это не просто машина-такси. Это такси-монстр-трак. Давай испытаем его. Вперед! Ух ты! Продолжаем испытание. Ничего себе! Едем дальше. Ух ты! Какое препятствие! Вот это да! Отличная получилась машина, а мы смотрим дальше. У самосвала очень много работы. Самосвал везет полный кузов земли на стройку. А вот и стройка. Разгружаемся. Какой он молодец! Но вот беда, посмотри, как он испачкался. Нехорошо ездить таким грязным. Едем на мойку. Приехали! Смочим грязь. Пройдемся грубыми щетками и снимем крупные куски грязи. Теперь используем пену. Вот так. Чистим пену щетками. Очень хорошо. Смоем остатки пены водой. Самосвал чистый, но мокрый. Высушим его специальным нагревателем. Здорово! Наш самосвал теперь чистый. Так гораздо лучше. Как много деталей! Из таких деталей состоит машина. Давай узнаем, как собирают машину. Отлично! Машина собрана! А теперь ее надо покрасить. Едем в покрасочный цех. Эту машину красим в красный цвет. Красный! Здорово! Тебе понравилось? Тогда давай покрасим еще одну машину. Покрасим ее в синий цвет. Синий. Классно! Продолжаем красить. Какой цвет выберем? Может, оранжевый?
Оранжевая, как апельсин. Оранжевый. Красный, синий, оранжевый. О, это серьезное задание. Продолжаем красить машинки. Это будет фиолетовый. Получилось! Фиолетовый. Какой же цвет мы выберем для следующей машины? Назови этот цвет. Правильно, зеленый. Класс! Теперь покрасим машину в желтый цвет. Желтый. Как весело! Еще одна машина. Пусть она будет черной. Это супер круто! Черный. Какая красивая машина! Фиолетовый, зеленый, желтый, черный. Красота! Какие крутые машинки у нас получились! Мы молодцы! Нам нужна пожарная машина Monster Truck. Соберем ее! Готово! А вот и первый вызов. Дом горит. В путь. Едем быстрее. Пожарную машину не остановят любые препятствия. Тушим пожар. Мы молодцы! Огонь потушен. На этой картинке такие интересные машинки. Это строительная техника. Какими разными бывают строительные машины. Посмотри, что это? Ах!
Понятно, это же наклейки. О, а это альбом для наклеек. Давай соберем все наклейки в наш альбом. Один. Экскаватор с отбойным молотком. Два. Что это за машина? Это асфальтоукладчик. Три. А это что за машина? Грузовик-самосвал. Четыре. Узнаешь эту машину? Гусеничный экскаватор. Пять. На этой наклейке автобетономешалка. Шесть. Необычная машина. Экскаватор с буром. Семь. Что это за машина? Это мини-погрузчик. Восемь. Это тоже строительная машина. Фронтальный погрузчик. Девять. Назови эту машину. Точно, бульдозер. Какие мы молодцы! Все наклейки на своих местах. А мы с тобой повторили название строительных машин. Синий. Красный. Красный. Зеленый. Зеленый. Желтый. Желтый. Фиолетовый. Фиолетовый. Оранжевый. Оранжевый. А мы смотрим дальше. Вот полицейская машина. Она патрулирует город. Ой, нарушитель! Так быстро нельзя ехать по городу. Но что же делать, если догнать нарушителя мешает препятствие на дороге? Нам нужен полицейский монстр-трак. Ну что ж, начнем переделку. Итак, снимем обычные колеса. Монтируем мощный двигатель. Усиливаем подвеску с амортизаторами у нашей машины. И устанавливаем большие колеса для прыжков. Замечательно! Теперь это не просто полицейская машина. Это полицейский монстр-трак.
погоню! А вот и нарушитель! На этот раз ему не уйти! Прыжок! Вот это да! Нарушитель задержан! Отличная получилась машина! Ух ты, сколько спиннеров! Давай учить цвета со спиннерами! Выбираем один и крутим спиннер! Здорово! Посмотри, он меняет цвет! Что это? Теперь он открывает гараж! Из гаража выезжает голубой монстр-трак! Голубой! Давай возьмем еще один спиннер! Он тоже выбирает свой цвет! А он сможет открыть гараж? Класс! В этом гараже фиолетовый монстр-трак. Фиолетовый. Выбираем и крутим новый спиннер. Какого же цвета он будет? Ага, оранжевого. А в гараже? Правильно, оранжевая машина. Оранжевый. Как интересно играть со спиннером. Крутится, крутится. Он стал желтым. Открывай гараж поскорее. Это желтый монстр-трак. Желтый. Возьмем этот спиннер. Крутись, не останавливайся, выбирай свой цвет. Ух ты, красный! Ну а в гараже красный монстр-трак. Красный. Какого же цвета станет последний спиннер, пока будет крутиться? А ну-ка! Здорово! Зеленый спиннер открывает гараж с зеленым монстр-траком. Зеленый. Понравилось? Смотрим мультики дальше. Посмотри! Это летающая тарелка. Что она делает? Она собрала машинку. Еще одна летающая тарелка. Их здесь много. Куда она летит? Она тоже собирает машинку. Какая необычная машина. Посмотри, еще одна пролетела. Летающая тарелка включила энергетический луч. Он притягивает детали. И эта машинка готова. Ничего себе! Какая необычная летающая тарелка. И она тоже умеет собирать машинки. Красота! Какое-то нашествие летающих тарелок!
Еще одна! Посмотри, какую машинку она собирает! Как интересно! Эта летающая тарелка соберет последнюю машинку. Готово! Куда же уезжают все машинки? Посмотри, летающие тарелки улетают! Так вот, куда приехали все машинки! Здесь большой автовоз! Но только он нам не понадобится! Нам понадобится ракета-автовоз! Какая она огромная! Машинки по одной загружаются в ракету-автовоз. Давай посмотрим, осталось ли еще место в ракете? Есть еще место! Загружаем остальные машинки. Ракета-автовоз полностью загружена. Отправляемся в путь. Отвезем новенькие машинки к далеким планетам. Это гоночная машина. Давай соберем с ней пазл. Разобьем картинку на пазлы. Начинаем сборку. Правильно. Хорошо. Этот кусочек сюда. Вот так. Уголок, переднее колесо и последний пазл. Пазл собран. Сейчас начнется гонка. Машины подъезжают к старту. Вперед! Какая напряженная гонка! Машины рвутся к победе! Отличная гонка! А вот и финишная линия! Все машины молодцы! Ведь в любой гонке главное – это участие! Эта машина красного цвета! Это красный автомобиль. Машина голубого цвета. Голубой автомобиль. Это машина желтого цвета. Желтый автомобиль. Это машина белого цвета. Белый автомобиль. А эта машина черного цвета.
черный автомобиль. Это машина зеленого цвета. Зеленый автомобиль. Какой красивый спортивный автомобиль! Давай соберем пазл, посмотрим гонку и узнаем больше об этой машине. Это новый Chevrolet Camaro. Начинаем собирать картинку слева направо. Так, багажник на месте, а вот и заднее колесо. И сразу часть переднего колеса. Вот так. Что это за уголочек? Понятно, это капот. Еще один кусочек пазла. Это лобовое стекло. Поправим пазл с капотом. О, верхняя часть машины, крыша и стекла. Нужен передний бампер. Вот он какой, Chevrolet Camaro. Ну что, пора ехать на гонку? Chevrolet Camaro – это знаменитый американский спортивный автомобиль. Тип кузова у этой машины – купе. Этот автомобиль двухдверный, среднеразмерный, но с мощным двигателем в 580 лошадиных сил. Chevrolet Camaro – это спортивные автомобили. Они очень любят соревноваться на автомобильных гонках. Вот какой быстрый и красивый спортивный автомобиль наш Chevrolet Camaro. Узнаешь эти машинки? Правильно! Это гоночные машинки. Посмотри, какие они разные, красивые, разноцветные. Перфорируем картинки. У нас 9 наклеек с гоночными машинками. А это альбом для наклеек. Соберем коллекцию гоночных машинок. 1. Красная машинка. 2. Синяя машинка. 3. Желтая машинка. 4. Зеленая машинка. 5. Фиолетовая машинка. 6. Белая машинка. 7. Оранжевая машинка. 8. Коричневая машинка. 9. Розовая машинка. Какие мы молодцы! Мы собрали коллекцию гоночных машинок и выучили цвета. Это 3D-автозавод. Здесь выпускают разные машины. Их делают на специальном 3D-принтере. Вот таком. Это машина-седан. Делаем следующую машинку. Эта машина называется пикап. Какую машину сделает сейчас наш 3D-принтер? Это компактный городской автомобиль.
Следующая машина. Это внедорожник. Как интересно! Такая машина называется хэтчбэк. Смотри, еще одна машина. Это гоночная машина. А мы смотрим дальше. Грузовичок-молоковоз хотел быстро привезти молоко в магазины. Он очень спешил и не заметил яму на дороге. Из-за этой поломки в магазинах закончилось молоко, и нового не завезли. Полки пустые. Дети всего города остались без молока. На этом автозаводе мы соберем новый, улучшенный тягач для большого прицепа молоковоза, который сможет привезти молоко во все магазины. Вот проект нового тягача. У него прочная рама с большими колесами, мощный мотор и удобная кабина. Это сборочный цех. Кран опускает готовую раму с колесами, на которую установлен бензобак и двигатель. Устанавливаем бамперы: передний и задний бампер. Устанавливаем боковые панели для улучшения обтекаемости. Теперь нам надо установить кабину водителя и седло тягача. Это механизм, который служит для присоединения полуприцепа к машине. Запускаем двигатель на нашей машине. Все работает отлично. Пора за работу. Тягач получился что надо, мощный и быстрый. Проблем с доставкой молока больше не будет. Наш тягач едет на молокозавод за молоком. Полуприцеп, загруженный молоком, уже ждет нашу машину на парковке завода. А вот и молокозавод. Тягач въезжает на парковку. Открывается шлагбаум. А вот и прицеп с молоком. Территория парковки хорошо охраняется. Чужие сюда не попадут. На экране монитора охрана видит нашу машину. Тягач должен подъехать к прицепу спереди. Задний ход. Вот так. Фиксируем полуприцеп. Готово. Убираем стояночные опоры. В путь. Молоковоз покидает парковку молокозавода.
Тягач должен развести молоко во все магазины. Дети ждут молоко, ведь они его так любят. Оно очень вкусное и полезное. Вот и первый магазин. Погрузчик выгружает ящики с молоком из прицепа. Едем дальше. Красные мигающие маячки на карте города показывают магазины, в которые молоко еще не завезли. А синими обозначены магазины, в которые молоковоз уже привез молоко. Тягач быстро развозит молоко по магазинам. Остался последний магазин. Ну вот и он. Огромная машина аккуратно паркуется для выгрузки молока. Погрузчик выгружает последнюю партию молока. Молоко снова на полках. Дети спасены. Молоковоз справился со своей задачей. Что же это такое? А ну-ка! Да это же машинка! Так, двери, стекла, зеркало и ручки, фары. Ух ты, и запасное колесо! Мы в игре! Поехали! Ух ты! Ой, чуть не врезались! Уклоняемся! Поворот! Еще поворот! Осторожно! Уклоняемся. Какое движение! Осторожно! Чуть не врезались. Отлично, мы справились! Это седан. У автомобиля с кузовом типа седан удобный салон и вместительный багажник. Это военный грузовик. Военный грузовик отличается высокой проходимостью, просторным кузовом и большой грузоподъемностью. Автомобиль бизнес-класса. Авто бизнес-класса – это просторный автомобиль с современным оснащением
и высоким уровнем комфорта. Это пикап. Пикап – легковой автомобиль с открытой грузовой платформой и качествами внедорожника. Это спорткар. Спорткар – это автомобиль с высокими скоростными качествами, мощным мотором и низкой посадкой кузова. Компактный автомобиль. Компактный автомобиль – это небольшой легковой автомобиль. Он более маневренный в городских условиях и может разогнаться на трассе. А мы смотрим дальше. Вот такси «Монстр Трак». Такси едет на вызов. Эй, такси! Такси «Монстр Трак» забрал пассажира. Давай соберем пазл с нашей машиной такси и посмотрим, какие приключения ждут ее в дороге. Так, следующая деталь. Сюда. Еще один кусочек. Отлично. А это что за деталь? Вот так. Кажется, это переднее колесо. А это уже заднее. И последний кусочек. Картинка оживает. Машинка уезжает. Смотри, какой прыжок! Приземляемся. Автомобиль-чудовище! Мы справились! Новое препятствие! Не беда, прорвемся! Приехали! Счастливо! На огромной скорости проезжает нарушитель. За ним следует полицейский автомобиль. В погоне за нарушителем полицейская машина запачкалась. Но главное, что нарушитель задержан. А теперь полицейская машина едет на мойку. Ну что, приступим? Счищаем щеткой засохшие куски грязи. Теперь пена. Снова пройдемся щеткой. Смываем пену водой.
Теперь высушим полицейскую машину. Отлично! Полицейская машина как новенькая. Давай соберем грузовое шасси. Отлично! Грузовое шасси. А теперь будем присоединять к грузовому шасси разные кузова. Смесительный барабан. Это автобетономешалка. Автобетономешалка. А какие еще бывают кузова для грузовых машин? Например, тентованный кузов. Тентованный грузовик готов. Тентованный грузовик. Посмотрим, какой еще кузов есть в нашем сборочном цеху. Кузов-контейнер. Это же мусоровоз! Мусоровоз. Заезжает еще одно грузовое шасси. Установим самосвальный кузов. Получился самосвал. Самосвал. Как интересно, так много разных грузовых машин бывает. Если установить кузов-фургон, получается грузовик-фургон. Фургон. Давай установим на грузовое шасси еще какой-нибудь вид кузова. Например, цистерну. Это автоцистерна. Автоцистерна. Как много мы узнали интересного про грузовые машины, правда? Это пожарная машина. Пожарная машина – это специальное транспортное средство для тушения пожаров и для других спасательных работ. Это машина такси. Такси – это общественный транспорт. Машина такси используется для перевозки пассажиров по указанному адресу. Это скорая помощь. Машина скорой помощи – это специальный автомобиль для перевозки в больницу людей, требующих срочной медицинской помощи. Это мусоровоз. Мусоровоз – это специальный грузовой автомобиль с большим кузовом, предназначенный для загрузки и вывоза мусора на свалки. Это полицейская машина. Полицейская машина – это транспортное средство, используемое полицией для патрулирования улиц. Это эвакуатор. Эвакуатор – это специальное транспортное средство, предназначенное для перевозки автомобилей в случае их поломки или аварии.
Машина технической автомобильной помощи. Если машина поломалась в пути, машина техпомощи обязательно приедет и поможет исправить неполадки. Посмотри, фермер продает овощи. Ой, что случилось? О, опасные жуки-вредители не дают ему привезти урожай? Давай поможем фермеру и соберем фермерский монстр-трак. Это фермерский пикап монстр-трак. Скорее в путь! А вот и жуки-вредители. Они не напугают наш смелый монстр-трак. Раздавим их. Первое испытание пройдено. Едем дальше. А это мухи-вреднюхи. Их нужно сбивать. Прыжок. Мухи-вреднюхи сбиты! Ничего себе! Огромный жук-страшила! Тут понадобятся бомбы! Загружаемся! Внимание! Огонь! Жук-страшила уничтожен! Дорога свободна! Да, сегодня от нашего монстр-трака всем вредителям досталось! Ну вот и поле! Собираем урожай! Арбузы, тыквы, ананасы и, конечно, капусту! Отлично! Едем к фермеру. Добрались. Разгружаемся. Капусту. Ананасы. Тыквы. Арбузы. Спасибо тебе, пикап монстр-трак от фермера, за помощь! Вот гоночная машина номер 1. Вот гоночная машина номер 2. Гоночная машина номер 3. Гоночная машина номер 4. Гоночная машина номер 5. Гоночные машины подъезжают к старту. Сейчас начнется гонка. Старт! Машины рвутся вперед! Ревут мощные моторы! Все хотят победить! А вот и финишная линия! Давай повторим цифры, которые мы сегодня увидели. 1, 2, 3, 4, 5. Посмотри, как много разной пожарной техники в нашем альбоме. Давай узнаем, как называются эти машины и для чего они нужны. Переворачиваем страничку. Пожарная автоцистерна.
Это основной пожарный автомобиль, который служит для доставки пожарных и воды или пены для тушения к месту пожара. Переворачиваем страничку. Пожарный автомобиль дымоудаления. Этот автомобиль предназначен для устранения задымленности зданий и доставки пены при тушении пожара. Переворачиваем страничку. Автомобиль высотный. Автолестница. Автолестница предназначена для доставки пожарных в места борьбы с огнем, для спасения людей из высотных зданий и тушения с высоты. Переворачиваем страничку. Автомобиль порошкового тушения. Предназначен для тушения крупных пожаров огнетушащим порошком, который распыляется по поверхности и препятствует горению. Переворачиваем страничку. Автомобиль насосно-рукавный. Предназначен для доставки воды от источника к месту пожара по пожарным шлангам, называемым рукавными линиями. Переворачиваем страничку. Автомобиль связи и освещения. Предназначен для пожарных командиров, для связи пожарных со штабом и для освещения прожекторами места пожара. Переворачиваем страничку. Пожарный автомобиль первой помощи. Предназначен для тушения пожара на ранней стадии. Этот пожарный автомобиль обладает высокой скоростью и маневренностью и первым прибывает на место пожара. Переворачиваем страничку. Пожарная насосная станция. Это пожарный автомобиль, оснащенный мощным насосом для подачи большого количества воды при тушении крупных пожаров. Переворачиваем страничку. Пожарный аэродромный автомобиль. Используется на территории аэропортов для тушения пожаров в вертолетах или самолетах и для аварийно-спасательных работ на местах их крушения. Переворачиваем страничку. Пожарный рукавный автомобиль. Предназначается для прокладывания рукавных линий для подачи огромного количества воды на значительные расстояния от источника воды до места пожара. Переворачиваем страничку. Поисково-спасательный автомобиль. Предназначен для работ при пожарах в тоннелях. Оснащен двумя кабинами и средствами тушения и может одинаково хорошо двигаться вперед и назад. Переворачиваем страничку. Пожарный штабной автомобиль. Пожарный штабной автомобиль используется для доставки командного состава и специального пожарного оборудования на место пожара. Здорово! Как много теперь мы знаем о пожарных машинах! Они бывают очень разными, и каждая выполняет свою задачу на пожаре. Эвакуатор. Эвакуатор перевозит поломанные машины. Тентованная фура. Тентованная фура – это грузовик-тягач с полуприцепом, покрытым тентом. Автобус. Автобус перевозит пассажиров.
автоцистерна. Автоцистерна перевозит жидкие грузы. Карьерный самосвал. Карьерный самосвал работает в карьерах, где перевозит тяжелейшие грузы. Авторефрижератор. Авторефрижератор – это грузовик-тягач с холодильным полуприцепом. Вот гоночные машины. Они хотят участвовать в гонках, но они не покрашены. Давай-ка исправим это. Первую машину красим в красный цвет. Хорошо получилось! Теперь красим в коричневый. Отлично! Ну а эту покрасим в синий цвет. Теперь эти машинки смогут участвовать в гонке. Старт! Машинки быстро набрали скорость. Кто же победит? Синий надо прибавить скорости. Красная вырывается вперед. Машины рвутся к победе. Финиш! Первой пришла синяя машина. Покрасим вторую партию машин. Эту машину красим в оранжевый. Готово! Следующее. Покрасим в фиолетовый. Получилось! А эту красим в белый. Очень хорошо! Начнем второй заезд. Машинки готовы? Гонка началась! Машины рванули вперед! Фиолетовая вырывается вперед! Никто не хочет проиграть! Оранжевая лидирует! А вот и ожидаемая победа оранжевой машины! Осталось докрасить еще три машины! Начнем! Эту красим в зеленый цвет. Класс! Теперь покрасим машину в желтый цвет. Здорово! Последнюю красим в черный. Какая крутая машинка получилась!
Начнем последний заезд. Машинки выстроились в линию. Вперед! Машинки быстро разгоняются. Какое напряжение! Идет упорная борьба. Желтая впереди. Сможет ли она удержать лидерство? Вот это скорость! Зеленая пришла первой. Гонка состоялась, а все машинки покрашены. Это хорошо. А мы смотрим дальше. Посмотри, как много разных машинок едут по городу. Ой, что это? Стоп! Что случилось с этой машинкой? Почему она не раскрашенная? Мы должны раскрасить эту машинку. Возьмем карандаш голубого цвета и раскрасим окна нашей машинки. Так. А теперь красным карандашом раскрасим кузов. Ну вот, теперь совсем другое дело. У нас получилась машинка красного цвета. Теперь она может ездить по городу вместе с другими машинками. Отличная погода! Машинка ехала по улицам города и думала, как же она рада, что теперь она такая же красивая и яркая, как все другие машинки. Какие же мы молодцы, что раскрасили эту машинку! Это городской автомобиль. Городской автомобиль – это небольшой легковой автомобильный транспорт, предназначенный преимущественно для езды в городе. Это внедорожник. Внедорожник – это автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью. У этой машины высокий клиренс и все четыре колеса – ведущие. Это гоночная машина. Гоночная машина – это автомобиль, созданный специально для соревнований. Автомобильные соревнования называют гонками. Это вилочный погрузчик. Вилочный погрузчик – это вид складского напольного транспорта, предназначенного для поднятия, перемещения и погрузки разных грузов при помощи специальных вил. Это трактор. Трактор – это транспортное средство с низкой скоростью и большой силой тяги, используемое для сельскохозяйственных работ. Это эвакуатор. Эвакуатор – это специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки или аварии. Вот полицейский участок. Ему срочно нужна еще одна патрульная машина. Необходимо позвонить на автозавод и попросить,
чтобы собрали полицейскую патрульную машину. Вот автозавод. Сейчас мы посмотрим, как собирают полицейскую машину. Это рама. На нее устанавливаем колеса. Монтируем двигатель и бензобак. Рулевая колонка и педали. Крепим два ряда сидений. Теперь на автомобиль устанавливается корпус. Монтируем двери, капот и багажник. А теперь стекла. Устанавливаем автооптику. Передние фары и задние огни. И, наконец, самая важная деталь патрульной машины – проблесковый маячок. Полицейская патрульная машина готова! У новой полицейской машины сегодня первое дежурство. А вот и первое нарушение. Внедорожник Гелендваген сильно превысил скорость. Его придется задержать. Полицейская машина устремилась в погоню. Нарушитель задержан. Узнаешь эти машинки? Правильно! Это гоночные машинки. Посмотри, какие они разные, красивые, разноцветные. Перфорируем картинки. У нас 9 наклеек с гоночными машинками. А это альбом для наклеек. Соберем коллекцию гоночных машинок. 1. Красная машинка. 2. Синяя машинка. 3. Желтая машинка. 4. Зеленая машинка. 5. Фиолетовая машинка. 6. Белая машинка. 7. Оранжевая машинка. 8. Коричневая машинка. 9. Розовая машинка. Какие мы молодцы! Мы собрали коллекцию гоночных машинок и выучили цвета. Нам нужен мусоровоз. Мы собрали мусоровоз «Монстр Трак». Это зеленые шары-вонючки. Давим их. Это мусорные баки. Новое препятствие.
Надо собрать все фишки, и мусоровоз станет мощнее. Теперь он справится с любым мусором. Легковая машина. Легковая машина. Грузовая машина. Грузовая машина. Внедорожник. Внедорожник. Автодом. Автодом. Пикап. Пикап. Микроавтобус. Микроавтобус. Это стройка, а вот едет строительная техника. Это грузовой автомобиль. Это подъемный кран. Вот фронтальный погрузчик. Вот самосвал. А это колесный экскаватор. Вот строительная площадка. У каждой машины своя рабочая зона. Ее нужно найти. Давай начнем. Сначала фронтальный погрузчик. Он предназначен для перемещения сыпучих материалов. Вот его место. Возьмем подъемный кран. Кран предназначен для подъема грузов. Нет, это не его место. Теперь все правильно. Найдем место для грузовика. Это автомобиль для перевозки грузов в кузове. Отлично! Следующая машина – экскаватор. Экскаватор – это землеройная машина. Его место здесь. Осталась последняя рабочая зона. Это место для самосвала, саморазгружающегося автомобиля для перевозки сыпучих грузов. Отлично! Мы расставили все строительные машины на свои места.
Молодцы! Смотрим дальше. Вот едет грузовик с продуктами. Он подъезжает к магазину. Сейчас он будет разгружаться. Это ящики с овощами. А теперь выложим свежие овощи на полки. Вот помидоры. Помидор. Вот огурцы. Огурец. Вот сладкие перцы. Сладкий перец. А это брокколи. Брокколи. Еще один грузовик с овощами подъезжает к магазину. Его тоже нужно разгрузить. Давай посмотрим, какие овощи привез этот грузовик, и выложим их на лотки. Вот баклажаны. Баклажан. Вот морковь. Морковь. Вот картофель. Картофель. А это лук. Лук. А теперь повторим все овощи, которые мы сегодня увидели. Помидор. Огурец. Сладкий перец. Брокколи. Лук. Баклажан. Морковь. И картофель. Что же это такое? Давай нажмем на кнопку. Открываются ворота. Ух ты! Да это же монстр-трак. Он фиолетовый. Фиолетовый. Давай еще раз нажмем на кнопку. Еще один монстр-трак. Посмотри, какое за ним облако оранжевого цвета. Оранжевый. Еще один гараж. Нажимаем на кнопку. Это желтый монстр-трак. Монстр-трак едет, а за ним желтое облако. Желтый. Ты ведь знаешь, что будет, когда мы нажимаем на кнопку? Выезжает монстр-трак. Голубой монстр-трак едет по мосту. Голубой. Высоко в горах спрятался красный монстр-трак. Теперь он едет к нам, а за ним облако красного цвета. Красный. Это не избушка в лесу, это гараж, а в нем зеленый монстр-трак.
Зеленый монстр-трак едет по огромному бревну через реку. Зеленый. Мы нашли еще один гараж с синей кнопкой. Из баллона в кузове монстр-трака выходит синее облако. Синий. А мы смотрим дальше. Смотри, это едет гоночная машина. Давай посмотрим, как ее собрали. Вот сборочный цех на автозаводе. Вот на специальной платформе привезли каркас автомобиля. На нем мы закрепим все механизмы и кузов машины. Устанавливаем колеса. Монтируем мощный двигатель. Установим бензобак, а сверху сиденье, рулевая колонка и педали. Баллон со специальной смесью для увеличения мощности двигателя. Установим корпус машины. Монтируем двери. А теперь стекла. Установим задние огни и фары. Наносим на машину рисунок. Гоночный автомобиль готов. Теперь он может участвовать в гонках. Машины готовятся к старту. Старт! Какая напряженная борьба! Кто же победит в этой гонке? Наш гоночный автомобиль победил! У полицейской машины сегодня будет очень необычное задание. Но для начала соберем полицейскую машину. Вот колеса. Передняя часть машины. Задняя часть. Вот задняя дверь. А это передняя дверь. Крыша и проблесковый маячок. Ну что, полицейскую машину мы собрали. Пора полицейской машине браться за дело. Задание следующее. Полицейская машина должна найти трех своих друзей машинок. Кажется, первая машинка здесь. Ее тоже нужно собрать. Это легковой автомобиль. Едем дальше. Молодец, полицейская машина. Одну машинку нашла. Кажется, вторую машинку она тоже нашла. Собираем ее. Это машина такси. Уже две машины найдены. Полицейская машина спешит найти третью машинку. Здесь должна быть еще одна машина. И ее нужно собрать.
это внедорожник. И третья машинка найдена. Полицейская машина отлично справилась со своей задачей, а мы ей помогли. Молодцы! По улицам города проезжает много разных машин. На них можно просто долго смотреть. А можно выбрать, например, вот эту машинку и собрать с ней пазл. Начнем собирать картинку с верхнего уголка, подбирая правильное расположение для каждого кусочка нашего пазла. Правильно. Вот так. Следующий кусочек пазла. А куда мы поставим эту деталь? Да, ее место здесь. Внимательнее, это же уголок. И последний пазлик. Картинка оживает, машинка уезжает. Какая интересная игра у нас с тобой получилась. Тебе понравилось? Тогда давай выберем еще одну машинку. Смотри, такси. Разобьем картинку на пазлы. Давай собирать нашу картинку. Так, это тоже задняя часть машины. Еще один кусочек, он подойдет сюда. А вот и следующий пазлик. Как просто! Это кусочек с плафоном, значит, наверх. И вторая половинка. Машина почти готова. Картинка оживает, машинка уезжает. Наша машина такси уехала. А мы с тобой давай посмотрим, какие еще машины проезжают. И выберем ту, которая нам понравится. Слышишь, сирена? Откуда она слышна? Это же полицейская машина! Собираем картинку с полицейской машинкой. У каждого кусочка свое место. Так, дальше. Вот сюда. Все кусочки пазла надо собрать правильно, чтобы картинка ожила. У нас прекрасно все получается. Картинка оживает, машинка уезжает. Как хорошо, все получилось. Наши пазлы мы собрали правильно, поэтому все картинки ожили и машинки поехали по своим делам. Мы молодцы. Это автозавод, на котором собирают гоночные машины. Вот корпус гоночной машины, его нужно будет покрасить. Устанавливаем его на транспортную тележку и отправляем в покрасочный цех. Покрашенный корпус везем в сборочный цех для финальной сборки. Гоночная машина готова! Машины заезжают на автовоз.
На этом автовозе гоночные машины едут на спортивные гонки. А вот и спортивная арена. Гоночные машины съезжают с автовоза. Сейчас начнется гонка. Машины выстраиваются на линии старта. Поехали! Какая интересная гонка! Кто же будет победителем? А вот и финишная линия. Гонка окончена. А мы смотрим дальше. Это армейский грузовик. Армейский грузовик отличается высокой проходимостью, просторным кузовом и большой грузоподъемностью. Это колесный танк. Отличительные характеристики колесного танка – это высокая скорость на дорогах, маневренность и мощная пушка. Это военный внедорожник. Военный внедорожник удобен в вождении, отличается малыми габаритами и заметностью, он пуленепробиваемый и оснащен вооружением. Учим виды транспорта. Легковой автомобиль. Грузовик. Внедорожник. Кроссовер. Пожарная машина. Скорая помощь. Автобус. Лимузин. Минивэн. Городской автомобиль.
кабриолет. Гоночный автомобиль. Сидельный тягач. Эвакуатор. Трейлер. Пикап. Мотоцикл. Автодом. Самосвал. Трактор. Погрузчик. Бульдозер. Экскаватор-погрузчик. Гусеничный трактор. Это внедорожник. Внедорожник – отличная машина для езды по бездорожью. Сегодня хорошая погода, и кататься на внедорожнике – одно удовольствие. Но при любой погоде нельзя забывать о безопасности на дороге. Светлый внедорожник решил устроить гонки. Это может быть опасно. Ой-ой-ой, светлый внедорожник заехал колесом в яму. Нужна помощь. Вот приехал эвакуатор. Эвакуатор везет внедорожник с поврежденным колесом в автомастерскую на ремонт. Колесо сильно повреждено. Его следует заменить. Поднимем машину на подъемнике. И заменим колесо. Отлично! Все готово! Спускаем внедорожник. Можно ехать! Спасибо эвакуатору за помощь! А внедорожнику пожелаем быть внимательным на дорогах. Машинки, которые участвуют в соревнованиях и постоянно гоняются друг за другом, называются гоночными.
Давай построим гоночную машину с мощным мотором. В новой машине используем двигатель с воздушным нагнетателем. Это баллон со специальным газом для увеличения мощности двигателя. Итак, начнем. Устанавливаем колеса. Монтируем двигатель повышенной мощности с воздушным нагнетателем. Установим бензобак. Сиденье водителя. Рулевая колонка с педалями. Установим баллон со специальным газом. Опускаем корпус машины. Монтируем двери. Устанавливаем стекла, стоп-сигналы, установим фары, нанесем на машину рисунок. Проверим работу воздушного нагнетателя. Отлично! Испытаем нашу машину на гоночном треке. Старт! Машина уверенно разгоняется. Она так легка в управлении. Настало время проверить, на что способен нагнетатель. Отлично! Вот это скорость! И заслуженная победа! А мы смотрим дальше. Давай соберем монстр-трак.
Посмотри, как много картинок! Какие разноцветные фургончики! Давай рассмотрим их получше! Смотри, он едет! Интересно, что везет этот фургончик? А, понятно! Это фургончик с мороженым! Посмотрим, какие еще есть фургончики! Какой симпатичный! Интересно, он тоже везет что-то вкусное? Да, это фудтрак с пиццей! Как интересно! Выберем еще один фудтрак! Фудтраками называют фургончики, в которых готовят еду. В этом готовят хот-доги. Класс! Посмотрим, что это за фургончик. Знаешь, фудтраки еще называют кухней на колесах. Это потому, что внутри они оборудованы настоящей кухней. Фудтрак с пончиками. Ты любишь пончики? Они очень вкусные. Как много разных фудтраков бывает. По значку на крыше можно узнать, что готовят в этом фудтраке. Узнаешь? Булочка с котлетой. Это бургер. Фудтрак – очень полезная машинка. Фургончики с едой ездят по городу и останавливаются в разных местах. Если ты проголодался, то можно перекусить. В этом фудтраке готовят шашлычки. Давай узнаем, что готовят в этом фургончике. Булочки с какао. Наверняка в этом фургончике есть еще чай, кофе и молоко. Еще один фудтрак. Интересно, какие вкусняшки в нем готовят? Пирожные! Ты любишь пирожные? Тогда ставь лайк! Молодец! Теперь ты знаешь, какие бывают фудтраки. А мы смотрим дальше. Всем привет! Сейчас начнется Monster Truck Show. Машины вперед! Один. Один. Два. Один, два, три. Замечательное шоу! Машины вперед! Один, два, три. Четыре. Машины вперед. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Замечательное шоу! А мы смотрим дальше! Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.